Всем привет! Меня зовут Ходаков Сергей, и я руководитель направления безопасной информационной технологии фонд Сколково. Я Олег Седов, главный редактор сообщества БИСа. Сегодня мы рады анонсировать проект «Гипербаталии». За последний год компании только от внутренних угроз потеряли более 29 миллиардов долларов. И Россия на втором месте по количеству инцидентов, связанных с утечкой информации. Мы будем говорить о том, как защитить бизнес от этих рисков, как минимизировать риски, связанные с информационной безопасностью, и будем говорить о том, как лучше всего организовать работу службы информационной безопасности вашей компании. Наши ожидания от проекта очень большие. Дело в том, что тема информационной безопасности уже давно вышла за рамки только профессионального сообщества. Сегодня не нужно быть целью для того, чтобы стать жертвой. Поэтому мы благодарны участию в этом проекте компании JSON, который позволяет существенно расширить потенциальную аудиторию, вовлеченную в тему информационной безопасности. Те баталии, которые происходят сейчас сзади меня, они говорят о том, что спикеры будут бороться друг с другом за право быть лучшим спикером, самым компетентным, самым убедительным. И как в настоящих баталиях мы определим самого лучшего спикера. Награда найдет своего героя на мероприятии BizSummit. BizSummit состоится в Москве 23 сентября, где пройдет финал наших кибербаталий.